Всем привет, друзья, меня зовут Викли, и добро пожаловать в Roblox, и сегодня мы с тобой играем в таком режиме, как Nikos Next Boss. Скорее всего, Nikos это автор, есть такая прям энергичная музычка, играет, прям хочется уже бегать, и мы, кстати, бегать будем, мы от самых-самых страшных PNG-картинок. В общем, я думаю, то, что получится очень интересно и очень страшно, поэтому не забывай, конечно же, перед началом влепить свой лайк, а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики, конечно же, не пропускать. Я желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Но мы начинаем и погнали бегать. Итак, ну что ж, вот я и появился, вот другие игроки, и, кстати, очень похоже, вот у нас хпшки внизу изображены, очень похоже на стиль Гаррис Мода, да, и в целом, я читал то, что автор этого режима вдохновился самим Гаррис Модом, и я вон вижу, там впереди у нас PNG-картинки, офигеть, они у нас стоят за воротами. Самое главное в этом режиме, это как можно дольше оставаться в живых, то есть нам нужно постоянно бегать, нам нужно постоянно уклоняться от этих PNG-картинок, и, в общем, нам нужно как можно дольше жить. И, кстати, сделано все очень добротно, очень круто. То есть я так вот бегаю, и от первого лица, конечно, атмосфера воспринимается максимально офигительно. Я слышу, как здесь кто-то стучит, это очень стрёмно, поэтому давай-ка мы, пожалуй, отсюда уберемся. Thank you, have a day. Спасибо большое, так, а где все наши PNG-картинки? Меня просто убили, чего? Офигеть, я сейчас испугался, походу у меня просто все подвисло, и, собственно, меня завалили достаточно поздно, да, реально, что так подвисает, не пойму. Надо, конечно, все исправить, потому что меня уже, походу, второй раз завалили. Итак, я перезашел, сейчас вроде бы должно быть все нормально, не знаю, у меня интернет сейчас просто отличный, походу это сам сервак лагает, потому что очень много народу, и вон, посмотри, опять же, куча страшных лиц, и меня сразу же завалили. Давай-ка мы сейчас, пожалуй, зареспанимся, и попробуем побегать еще раз, так, хорошо, как я говорю, здесь самое главное, это твое время, допустим, у меня сейчас время достаточно маленькое, там я максимум прожил, по-моему, 49 с чем-то секунд, короче, достаточно реально мало, куда вообще я пришел, что за фигня здесь происходит, а? Я в каком-то ночном клубе, судя по всему, да, как отсюда выбраться? Скажите, или я могу здесь просто стоять и ждать. Только не понимаю реально, почему так все подлагивает. Походу сервак просто перегружен, но да ладно. Я надеюсь, что мы сейчас, в принципе, так поиграем. Хотя вот они сейчас более-менее плавно двигаются. Это еще плавно. Что было до этого, это просто какая-то жесть. Итак, мы вышли в какой-то коридорчик, получается. Я не знаю, есть ли здесь наши страшный мост. Скорее всего, есть, так опять же, кого-то слышу. Я кого-то слышу. Подожди, я вышел прямо в центр. Там есть какой-то мем с котом. I can have cheeseburger. Ой, тихо-тихо, что за фигня? Слушай, какой-то громкий звук. Где это было? Что-то мне очень стрёмно. Мне, как я уже говорю, все подлагивает, и меня могут убить прям в любой момент. Вон там вот страшное лицо, но походу за мной побежал. Черт возьми, беги-беги. Да, ну реально за нами, офигеть. Беги-беги-беги. Так, быстренько спрятались. Хорошо, фига, я могу вот так вот открывать дверь на ходу. Это круто, это очень круто, это максимально круто. Так, я где-то тут на складе, пожалуй, спрячусь. Надеюсь, то, что меня, конечно же, не достанут. Хотя мне 100% должны достать. Я нифига сейчас не вижу. Такое, нет, там лицо, черт возьми, беги-беги. Нет, 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 мне больше нет выхода. Черт, мне конец. А куда бежать? Куда бежать? Оно за мной, да? Я могу здесь обижать, я мог там обижать сбоку, но я это поздно заметил, блин. И меня это страшное азиатское лицо завалило, черт возьми. Ну ладно, нормально, мы зареспавнились. Давай-ка посмотрю свой рекорд, ай, что-то у меня даже тут в этой таблице нет. Я, походу, там в самом-самом низу, потому что мы нифига не можем прожить. Так, ладно, все собрались, просто бегаем, все вроде бы более-менее отвисло. Так, и вон те вот мемчики у нас бегают, получается, внизу, надеюсь, что ко мне сюда не заберутся. У меня снова все подвисло, это очень фигово, нужно, конечно же, убегать. Так, я прижал прямо на спавн. Нет, на спаун тоже нам не нужно. Побежали вот в эту, пожалуй, сторону. Так, дверь не открывается. Ага, понятно. Либо она просто открывается с задержкой, скорее всего. Я тебе... А, вон открылась. Хорошо, хорошо. Так, побежали вот сюда. Вот. Интересно, вот где я сейчас бегаю в этом коридорчике? Вообще время засчитывается? Вообще здесь честно бегать или нет? Потому что здесь, по-моему, вот этих страшных лиц я не встречал на самом-то деле. Ну, конечно, очень обидно то, что все подлагивают. Реально, вот прям максимально обидно. Так, а пройти здесь не могу. Это получается ночной клуб. Я уже более-менее карту выучил. Это, конечно, круто. Но еще круче, если бы меня не подлагивало. Так, я слышу, по-моему, за стеной какое-то страшное звучание. Судя по всему, где там находится наша страшная картинка. Так, подожди, тут какой-то подвал. Еще есть, офигеть, где я вообще? А куда я вышел? Скажите, пожалуйста, где это я? Куда я вышел? Это какие-то здесь компьютеры, серверная, что ли? А, нет, подожди, какая серверная? Это просто у нас какие-то автоматы с едой, да? Ну ладно, побежали дальше. Побежали вот сюда вот вперед. Так, можно здесь пройти или не можем пройти? Да что ж такое? Открывайтесь дверь. Ну давай, хорошо, открылись так. Ой-ой-ой-ой-ой. А там у нас какое-то стрёмное лицо бегает. Посмотри-ка, и там еще стрёмное лицо. Жесть.
здесь? Нет, я вышел 100% не в ту зону. Я вышел просто не в ту зону. Скорее валим отсюда. Это какой-то ужас. А здесь эррор, черт возьми. Мало того, что мне эти текстурки в Гаррис моде преследуют, так теперь еще и в Роблоксе. Я от них так устал там, а теперь здесь придется еще от них избавляться. Я вышел на второй этаж парковки. Я вижу там вот стрёмное это лицо. Оно прям на меня смотрит, но упало вниз сейчас. Офигеть, не забей. Это правда. Это достаточно стремноватый режим. И здесь есть футбольный мячик. Можно футбольчик поиграть? Нет, походу он не двигается. Блин. Ну как же круто здесь сделан режим от первого лица реально. Это прям максимально офигительно, как будто в какой-то триплей проект играю, а не в Roblox, так сказать. Я уже на третьем этаже парковки и до сих пор нифига не нахожу. Так, можем еще. Вы же поднялся, там лицо поднимается. Че, скорее, скорее, скорее. О, дверь, фух, я открыл дверь, нормально. Я в сейф-зоне, найс, я в сейф-зоне. Так, подожди, здесь время мое засчитывается или нет? А вот, смотри-ка, я уже подобрался достаточно близко. У меня тайм лайф 141 и бейс тайм 99, но уже, как скорее всего, поменяется на мой 141, этот рекорд, да? Уже круто, так, побежали, ладно, там лицо, оно ушло, хорошо, оно ушло, побежали вниз. Все, просто бежим вниз, дальше фармим наше время. Блин, круто, слушай, мы с тобой живем уже очень долго, это прям максимально офигительно. В этой парковке можно фармить, так, подумал, что у меня лицо напало, но это просто мимо меня игрок пробежал. А я-то уже испугался. Ой, здравствуйте, это у нас Обама, что ли, или что? Так, смотри-ка, вон там сразу же два лица меня ждут, офигеть, так, бежим, 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 бежим. На них точно такая нельзя. О, можно лифт, давай-ка лифт, а он не открывается за опять за этой тупой задержки. Блин, да что ж, как меня это бесит. О, смотри-ка, все-таки открылось, смотри-ка, через пару секунд все открылось, нормально. Так, я где-то, я на первом этаже или что? Походу, нет, сейчас реально очень много игроков играет, капец, лицо очень стрёмное. Так вот, много реально игроков играет, прям весь сервак заполнен, это просто жесть. Я не знаю, почему этот режим так стрельнул, хотя нет, теперь знаю, потому что он реально прям мега крутой, так и можно, в принципе, где-то здесь спрятаться, все, и не выходить отсюда. Я, пожалуй, реально стану здесь и не буду выходить, и вы меня нигде не найдете, хотя, ладно, это, мне кажется, лучше не делать, потому что меня здесь просто могут в углу зажать. Побежали, сейчас найдем лестницу, может где-то с этой стороны есть, опа, вот лестница, чё-то, где лицо, почему у меня, ага, оно у нас здесь, оно что, застряло там, нет, ой, там все лица, смотри-ка, они все сюда идут, беги скорее, убегаем, 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 жесть, стрёмно. Я, кстати говоря, снова в сейф-зоне, так, и у меня, я уже подбираюсь очень близко к нашему первому месту, офигеть, на данный момент я на четвертом месте в таблице, вообще неплохо, слушай, реально прям круто, только единственное, я бы хотел выбраться из этой локации парковки, потому что здесь мне немножко надоело бегать, как бы хочется разнообразия, поэтому побежали вот сюда, вот там у нас еще одно лицо, чёрт, я смогу как-то обижать их, вот, допустим, вот сюда, вот, а, здесь я могу только спрятаться, да, понятно, и стрелочка прям для лиц, чтобы они меня нашли, да, фига себе, они стрёмные, они, походу, снова забагались, да, с игроком тем, ну, капец, ну, что ж такое, меня убили, нет, нафиг я здесь стоял, меня завалили, чёрт, это так неожиданно происходит, то, что реально пугаешься. Ну что ж, мы снова появились, там опять очень страшное лицо, поэтому я побегу, пожалуй, дальше, надеюсь, что меня сейчас снова не убьют, потому что опять все подлагивает, я не понимаю реально почему. А здесь интересно, можно забраться? Давай-ка посмотрим, меня догоняют, черт, ну я ж только зареспанился, куда меня вообще откинуло, не могу понять. Я ж только появился, меня сразу же уничтожил, это злая рожа, блин, ну что ж такое-то, ладно, побежали еще раз, побежали, побежали. Вон они там все бегают, но мне нужно как-то вот так вот обойти аккуратненько, так. Я, наверное, опять побежал, опять сейчас наткнусь на те же самые грабли. Но надеюсь, что я успею пробежать. А здесь закрыто, черт, забирайся, хорошо, я успел, пошел вон, тупое лицо. Так оно сюда, надеюсь, не сможет забраться. Сможет, походу, ё-моё, беги, беги. Я еще могу скользить, офигеть, только сейчас об этом узнал. Так, о, ладно, побежали, хорошо, еще, кстати, с помощью прыжков, походу, быстрее будем перемещаться. Нет, скорее, 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 беги, все, я прошаренный, прошаренный, бегу, бегу. Фига, сейчас на скелет чисто увалю от него. Так, скорее, надеюсь, что там не тупик, пожалуйста, хоть бы не тупик, оно за мной. А, здесь закрыто. Ага, подожди, это хорошо или плохо? Меня и смогут убить или нет? Мне кажется, что смогут. Блин, ладно, надо отсюда выйти, наверное. Так, быстренько. Как? Стоп, меня закрыли, черт! А как мне выйти теперь? Как мне выйти? Меня же закрыли, вы что, офигели там, что ли? Как? Подожди, реально, что мне делать? Что мне делать, эй? Алло, гараж, вы что там совсем? О, хорошо, так быстренько все, убегаем нафиг отсюда. Фух, найс, здесь можно прятаться, походу, в этих баках мусорных. Нет, нельзя, ладно. Ладно, сори, нельзя здесь прятаться. Побежали наверх. Вот так вот быстренько будем перекатываться. Блин, как же это круто реально делать? Не, мы сегодня конкретно весь выпуск находимся на этой автостенке, так скорее поднимаем. А лифт занят, и не могу с ним взаимодействовать. Блин, приколись. Здесь настолько все продумано, что я реально не могу вызывать лифт, когда кто-то в нем едет. Ну, слушай, это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Потому что как бы я могу быть в экстренной ситуации, все в этом духе, но благо сейчас вообще никого нет. Смотри-ка, ни игроков, ни наших лиц, вообще никого. А вот игрок, так он завис. Походу, опять все зависло или что? Ай, ну что ж такое, что ж такое-то подлагивает-то сегодня все, как мне это не нравится. Это добавляет плюс 100 к хардкорности, потому что лица лагают, и ты не понимаешь, в какую сторону они будут двигаться. Это реально, вот это реально тяжело. И еще я вот сколько бегаю, не могу никак найти адекватный выход из парковки. Походу он...
Вот меня убило сейчас просто так. Вот меня просто реально, я это лицо не заметил, меня нафиг расфигало. Чего? Прикольно, прикольно, да. Ладно, последняя попытка, хотя вот сейчас, смотри-ка, вообще никто не лагает. Нет, снова лагает, что ж такое-то? То лагает, то не лагает. Ну ладно, нормально. Так, все игроки здесь, все что-то тут стоят, чего-то ждут, от чего ждут, непонятно. Скорее всего, ждут, пока меня откинут. Да я прямо поскользил на этого Саника. Да что ж такое лицо? Фига себе, стрёмно, прям мне посмотрело в лицо. Лицо это в лицо мне посмотрело через монитор. Это было стрёмно, но мы не сдадимся. Бежим, 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 быстренько. Так, хоп-хоп, давай-давай-давай. Я успею, успею, успею. Хорошо, пошел вон. Хотели меня уничтожить. Черт, да давай-давай-давай-давай. Беги-беги, он за мной, но прям за мной, но прям за мной. Я это вижу. Так, ой, хорошо, дверь открыли. Все, нафиг-нафиг, отлично. Мы живы, оно прям здесь где-то. Оно меня преследует при колено, бежит за мной через вот эти вот коридоры. Точнее, через те комнаты, офигеть. А кто это вообще был? Я хочу посмотреть, кто за мной гнался. Так, подожди, а кто это реально был? Кто же за мной гнался сейчас? Я не могу понять. Я же... А, это тот челик, офигеть, бежим, бежим, бежим. Это не ОБМ, это какой-то другой персонаж. Так, он за мной еще, да? А здесь еще лицо, черт, скорее, я не туда прижал. Так, дверь, хорошо, дверь открывайся. Давай, давай, давай. Черт, не могу опять все, все, все залагало, все забей. Меня сейчас, походу, убивает. Да, меня убили за то, что опять все пролагало. Да что ж такое-то, а? Черт, не везет мне реально конкретно, лаги прям не вовремя появляются. Окей, вот сейчас реально, сейчас ласт попытка и все, ласт попытка, и я, наверное, закончу. А, нет, 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 все, убегаем, хорошо, вроде бы мы живы, там еще два лица бегают, точнее, лицо и Саник. И, походу, они прямо ко мне, нет, смотри-ка, они за игроками последовали, это хорошо, можем отсюда по-быстрому свалить куда-то вон туда вот наверх. Хотя там, скорее всего, сейф-зона, сколько я понимаю, да, мы сегодня уже были, да, вот здесь находится сейф-зона, ладно, валим отсюда все. Пока что прям тихо, пока что тихо, спокойно, лиц нет, ага, только начал говорить, что тихо, спокойно, сразу же лица пришли, ну офигеть. Можете как-то пройти, там, смотри, там трое из Простоквашино просто, так, валим, валим, скорее вот сюда вот, хорошо, пока дверь открыта, найс, а здесь закрыто, все, понятно. Сколько я понимаю, эти ворота, это временная сейф-зона, отсюда сейчас лучше смотаться, потому что здесь нас могут подождать и, так сказать, знатно нас испугать. Так, они там направо, в правой стороне, я побегу налево, прямо вот сюда вот по эскалатору, хорошо. Фух, я на... Бегался, понятно, я просто на месте, меня уничтожили, да уж, прикольно, прикольно, да. Ну и что же, вот такой видосик на сегодня по Роблоксу получился. Я надеюсь, что он тебе, конечно же, понравился. Если это так, то не забывай влепить свой лайк, а также подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики, конечно же, не пропускать. Ну а с тобой будет Викли, это была игрушка Роблокс, повторяюсь, я не прощаюсь, говорю, до новых встреч, друзья!